Привет, друзья! С вами Алистайм! И сегодня, ребят, мы будем играть... Ой, не, мы сегодня не будем играть. Я так зацепился этим словом, что аж не то говорю. Сегодня, ребят, мы будем смотреть видео «Как так?». Загадки такие. Погнали, ребят! Это загадочки на логику. По Brawl Stars, погнали! Давай! А как ты? Я спал, а я жив. Шири точно права. У Ниты кольцо было и Пок какой-то синий, как мой экран. Ну да. Ну короче, Шири, да. Ну да, Шири. Смотрите, вот так, короче, вот так вот. Вот, все. Так, мне кажется, вы уже увидели. Я уже не помню, это, по-моему, набор. Это на мистер Пи. А это... Не помню уже. По-моему, на Джеки. На Джеки со скоростью. Не помню, короче. Да, помню. О, это вещь для Джеки. Джеки, ты что, ее забыла, что ли? Это маска. Ну, вы сами понимаете. Брау. Кстати, я тут рисовал корзину. Это на Пасху? Где? Ребят, сейчас я быстренько. Вот, ребят, я и вернусь. Раз. Вот такой рисунок я нарисовала. Вам будет видно, это как я вижу синий кактус Спайк. Зеленый спраут и мордочка его синяя. И какая-то... В общем, вы сами понимаете. Но у меня на картине просто это просто экран синий. А так-то у меня обычный хороший спраут, похож на вот этого. Хороший спайк. И розы замечательно. Я ее долго рисовала, ладно. Вот. Вот это вот. Точно так же, да? Ну да. Ну все равно красиво. Это
Это новая модель Дейла, или как ее еще называют, скина Дейла. Талисман Дейла его называют. Это черная зайка Пенни. Я как будто сейчас, я сейчас так радуюсь, как будто я впервые на канале нахожусь. Как будто я в телеви... Как будто в телеви... Да. Я смотрю сейчас Brawl Tom. Вон даже мультик. Да нет. Даже не знаю. Может, Чину? Или Мити? Да вообще Брок у вас этот мальчик. Может это Барри, а может это и сам был. Ладно, это так. Кто же это? Кто же с огромным молотом и огромным? Даже не могу представить. Этого Фрэнка. Франкенштейна. Слышь! Конечно. Вот зачем? А вот и... Ниндзя Тауэр.
Ниндзя блок, может быть. Кстати, а почему тут мальчик? Джин, это девочка! Не путайте. Ну чья? Это либо Нита, либо Беа. Не знаю, ну Динамайк. Динамайк. Динамайк или Байли? Это Дэйл! Я даже не реализую. Нашел. Носа нету. Носа нету, креста нету. Не вижу. Не все. Так. Что ж такое? Я тут даже ни одного отличия не нахожу. Да. С двумя пистолетами. Там же бутылки. Может, и Дэйл. Дэйл ведь тоже две пушки. Вот это Тар. Она же кидается картой. Кальта. Это мой любимый Вавля. Угадайте. Даю вам 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. А это у нас Поко. Да. Решайте загадочки вместе со мной. Вы можете заходить на канал «Как так?». Заходите, просто вписывайте в гугле «Как так?» и вам высвечивается «Как так?». Мы порешили немного загадок, ребята. Ну да. Видите. Неплохо, ребят, неплохо, неплохо. Боже, наконец, хоть что-то. Не та. Не та. Не та и Леон. Что это? Стоя любви Леона и Ниты. Все серии. Я знаю, что Нита любит Леона, а Леон Нита. Мама. Одну минутку, ну, две минутки, я, в принципе, быстренько. Ух ты! Вот это Михаил, так Михаил. Какой же взять? Дурак! Я сейчас посмотрел в мой экран. Я вижу. Бежевый, короче, как все люди. Ну, на экране, потому что картинка у меня синяя.
где я таким был, не понимаю. Скажите, ребят, у меня камера поменялась, я уже каким-то стал, потому что на камере я синий. Михаил! Петрович. Что такое? Что, доигрался? Доигралась собака сутуя? Романтика! Там не плакать, возьми соску. Мы еще можем посмотреть, если вы хотите. А лучше давайте вот так. Что это? Это трр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 рr Это что? Опа! Пингвинчик маленький. Уходи! Дуинда. Ну, не она. Он. Ну, это Шон и это он. Кстати, почему многие называют Сэнди девочкой? Это некрасиво с вас стороны. Какой подошел мне стопил. Да что это реклама все? Я как мистер Би такой. Стал такой, не допонимаю, что происходит. Ладно. Мешок остался. Здорово! Куда? Опять не стойте. Вы дураки, кто видел мистер Пи в жизни, тот дурак. Не, давай что-нибудь новенькое. Ойнастром, вы выпустили что-нибудь новое? А, вот эту, кстати, я не видел себе. Кто видел, но я не видел. Это непонятно. Бык какой-то. А, бык это... О, судьи. А, это бык, это вот этот, название канала. Ну, это свой канал. Бабаев. Так, это Брок. Гем. Ну, еще не гем, а кристалл. Мы знаем твою ногу... Свой новый гаджет на подлет, мы знаем. Под него это кристалл достать. Почти достал до стены. Вот это смешно. Сколько? Пока на Леона ничего не касается, потому что он еще не играл. То есть у Леона так, с тем я точно не согласен. У меня есть даже игрушка, и в игре Леон есть.
Невидимость! Давай! Лёд, ты самый быстрый, как говорят многие. О, это опять его гаджет! Проиграл Лалер. А он не может. На ему. Какой обнимательный. Милота. Ставьте хоть сотню. А на Иона сколько? Даже больше, чем на Брога! У-ху! А теперь бой! Против... Брог против Иона, да? А нет, пока какие-то фоточки. Thanks for the match. Кубок! Как прикольно было. Кстати, ребят, так как скоро Пасха, я вам могу, если что, показать, как получить одну вещь на ивент. Ну, в Roblox. А также там продается один телефон. Забирайте. Я вам сразу говорю. И прощаюсь с вами. И всем пока!